Всем доброе утро. У нас сегодня такой небольшой морозик, где-то минус 2. Ну, солнечно. Уже радует. Настроение сразу получше, когда солнышко. Сейчас это так редко бывает. А я поеду в центр. Мне еще надо докупить кое-какие подарки на Новый год. Еще не все купила. Ну, детям дочка купила подарки. Я их уже упаковала и спрятала. Мы уже с вами на центральном вокзале. Немножко вам покажу. Я, знаете, нашла в интернете одно место очень интересное. Ну, для меня интересное. Я посмотрела фотографии, отзывы. И мне очень понравилось это место. Там для меня должен быть рай. Прямо рай. Вот хочу вместе с вами туда сходить. Я уже прошлась немножко по центру, по магазинам. Пока ничего интересного не нашла и вышла на улицу Дзырнову. Мне нужно найти Дзырнову 41. Там я в интернете видела одно очень интересное кафе. Рыбная. Я так понимаю, что мясных блюд там вообще нет. Одна рыба и морепродукты. Вот мне стало интересно сходить, посмотреть, да, может быть, что-то и попробовать вместе с вами. Так как я люблю рыбу и морепродукты, я думаю, что для меня там должен быть рай. И там выбора было много в меню. Нашла я 41. Дзырнову 41. Это кафе рыбное. Зивью лето. Ну что, зайдемте попробуем. Мне принесли меню такое. Вот закусочки. Я взяла попробовать ризотто с креветками. И десерт чизкейк. Вот мне принесли кофе со сливками и хлебушек принесли с таким маслицем. Интересно. Народу довольно много здесь. Мне еще повезло, что столик свободный. Хотя он зарезервированный. Но мне сказали, до 5 часов я могу здесь посидеть, поесть. Еще время есть много. Принесли мне ризотто с креветками. Будем пробовать. Я так понимаю, здесь рис, зеленый горошек. Креветки и сыр. И соус такой интересный. Ну, довольно вкусно. Мне нравится. А, и все это очень горячее. Вкусно.
Взяла я хлебушек, намазала. Оказывается, это не масло. Это такая смесь из тунца. Это тунец. Очень вкусно. И вот принесли мне десертик. Чизкейк. Слушайте, я попробовала. Он такой нежно-нежный. Прямо во рту тает. Очень вкусно. Принесли мне счет и такую конфетку. Так, на 22 евро. Знаете, мне очень понравилось это кафе. Наконец-то я нашла в Риге нормальное, приличное кафе. И очень вкусно. Вот кто будет в Риге, рекомендую. Это не реклама, это все от души. Особенно кто любит рыбу, морепродукты. Вообще супер, очень вкусно. Мне понравилось. Я обязательно в следующий раз приду. Еще что-нибудь другое попробую, возьму. Прогуляемся с вами немножко по центру. Мне нужно еще в одно место зайти, в один магазин посмотреть. Я хочу посмотреть одни духи Дзинтерс в магазине Дуглас. Я вообще люблю такой аромат свежести. Я не люблю там кислый, сладкий, вот это все. Я люблю такой аромат свежести. Там сирени. Запах сирени. Ну, такое что-то. До театра оперы и балета. До Бастионной горки. Такая световая инсталляция. В этом году украсили так город. Подойдемте поближе. А там, наверное, горка. Вот дети поднимаются по лестнице. А, нет, горки там нету. Там просто фотографируются. Да, здесь такая очередь поднимается, а с другой стороны фотографируют. Ну вот с этой стороны тоже красиво смотрится. Я вот гуляла, встретила свою подписчицу Лидию. А вы из Риги? Да. Да. Вот можете передать привет своим родственникам, знакомым. Володечка, тебе огромный-огромный привет. И с Новым годом. Да, с Новым годом, Володя. Очень было приятно познакомиться с Лидией. Так что, если что, подходите, не стесняйтесь. Ой, слушайте, какая здесь красота. Мне нравится, как в этом году украсили город. А вам? Напишите, кто был в центре, понравилось вам или нет. И как лучше, как в этом году или в прошлом году? И интересно, как будет в следующем. Это световая инсталляция прямо до верха, до Бастионной горки идет. Сегодня погода хорошая, можно гулять и гулять, и любоваться. Не холодно. Я хочу подняться наверх и сверху снять. Посмотреть, как будет выглядеть сверху. Поднялась я наверх.
И здесь тоже такая красота. Пойдемте посмотрим сверху вниз. Так город весь в огоньках. Спускаться уже полегче, чем подниматься с горочки. Смотрю, такой интересный магазин с такими костюмами мужскими, веселенькими. Надо зайти посмотреть. Какие мужские пиджаки. Вот они такие в упаковках. Можно подарить кому-нибудь. 89,99. Пиджачок. Такие цвета яркие, разные. А здесь не только пиджак, я смотрю, тут и брюки, галстук, и пиджак. Такой костюм. Ну, это вообще радуга такая. 69 евро. Такой необычный магазин. Такие еще костюмчики разные. А это знаете что? 6,99. Это копилка. Хочу дойти до галереи Центрс. Вернее, я уже дошла. Мне нужно в один магазин зайти, и потом я вам хочу показать один очень интересный аппарат. Я тоже увидела в интернете. Хочу попробовать, как он работает, и вам покажу. О, магазин открыт. Я боялась, что он закрыт будет. Так, аккуратно ступеньки. Смотрите, у вас духи Центрс. Разобрали, да? Два аромата было. Спросила я у продавца. Разобрали мои духи. Но есть еще в Ориго этот магазин. Зайду, наверное, туда еще посмотрю. Жалко. Но, видимо, хорошие духи раз разобрали. Здесь тоже торговый центр. Весь в елочках, гирляндах. Красиво украшен. Это я в бывшем универмаге. Галерея Центрс. Здесь целая елка из веселых носков. За 12 евро. На любой цвет и вкус. Хотела на четвертый этаж подняться. А там, смотрите, закрыто. Там раньше тоже были магазины. Видимо, закрылись. А я по лестнице поднимусь, посмотрю, что там на четвертом этаже. Очень интересно. А на четвертом этаже здесь все магазины закрыты. А раньше работали. Все, я вышла и решила дойти до центрального вокзала, до Ориго. Я вспомнила, что этот аппарат, который я вам обещала показать, он там тоже есть. Я его там покажу. И надеюсь, духи там тоже будут.
иду уже к вокзалу, иду и думаю, где же здесь магазин Дуглас? Никак не могу вспомнить. Вроде недавно в нем была. Надо зайти, тогда вспомним. Ужас. Ой. Ну, обойдем вокруг. Я думаю, наткнемся на этот магазин. Знаете, я даже не думала, что в наше время есть дефицит. Особенно с духами. Что все так... Ну, хотя перед праздниками, может быть, да. Может, кто-то к подарку хочет приобрести. Тем более, если они хорошие. Я слышала, что они хорошие. Ну, вот и наткнулись. Я вспомнила, недавно же я здесь была. Так, ну я не спрашивала про духи. Надо спросить. Добрый день. Скажите, здравствуйте, да? А у вас есть духи Дзинтерс? Да, но только два вида. Возьмите конкретно интересно. Ну вот я хочу эти два вида попробовать. Одна будет рижская сиреньем, походу. Вот сиреньем, да, я хочу сиреньем. Цветочный. И вторые, но это больше амбра для тех, кто вот Мишу любит. Они такие специфические, вот эксклюзивный парфюмчик любит, вот тогда. Вот нашла я эти духи Дзинтерс. Только два вида. 46,99 они стоят. Это кто любит запах свежести сирени. А эти такие совсем другой аромат. Мне больше, хотя эти тоже очень вкусные. Я думаю, что многим такой понравится. И даже эти больше разбирают, чем эти. Здесь есть, еще не разобрали. Но я, наверное, эти возьму. А эти стоят 48,99. Ну, тоже приятно. Ну, на любителя, кому что нравится. Дзинтерс выпускает. Приятный запах. Знаете, вот раньше такие были, выпускал Дзинтерс. Я сразу вспоминаю аромат. Вот вам покажу еще название этих духов. В общем, я решила, еще подумаю. Не купила я эти духи. Так их искала и передумала. Ну, я думаю, они еще будут. В следующем году куплю. Вот нашла я этот аппарат, который я вам обещала показать. Он недалеко от магазина Динозол. И тут недалеко Реми. Этот аппарат делает за 3 минуты пиццу. Я хочу заказать и вам показать. Здесь 4 вида пиццы. Можно выбрать маргариту за 6,99. Салями за 7,59. Шкинки за 7,99. И с беконом за 7,99. Но я выберу салями. Так, нажимаем. Я, правда, первый раз не знаю. Карточка надо рассчитываться. Так, надо подождать. Вот, закрутилась. А вот, смотрите, здесь мука. И из муки вот делает уже тесто. Должны за 3 минуты сделать, как обещали. Вот. А здесь картинка. Вот мука. Так замешивают тесто.
мы замешали. Какое тесто тоненькое. Уже солями положили. А, нагреется. Нагревается. Ух ты, там уже и сыр видно. Так, свет выключился. Положили такую коробочку. Вот моя пицца. А, это, наверное, показывает, что можно забирать. А, вот. Сверху они ничем не накрывают, я так понимаю. Такая горячая, аппетитная, поджаристая. Вот такая коробка. Сейчас я ее накрою. Я ее сейчас не буду пробовать, я дома попробую. Ну, в принципе, быстро сделали. Я время не засекала, но, может быть, и за 3 минуты. Так что вот такой вот аппарат. Если кому интересно. Я знаю, он в двух местах. Вот в галерее центре и здесь в Орико. Стою уже, жду свою электричку. Она должна через 15 минут приехать. Народу еще мало. Погода супер, так как я люблю, свежо. Домой приеду и ради вас попробую пиццу. И скажу, какая она на вкус. Хотя я вечером не ем, но ради вас попробую кусочек. Хотя она уже будет не горячая, но ничего. Я уже приехала домой, вот порезала пиццу, уже кусочек один съела. Кстати, очень вкусная, хоть она и холодная, но мне понравилось. Тесто такое тоненькое, я пиццу не очень люблю, но это вкусная. Она такая солененькая, с черным перчиком, остренькая чувствуется. Так что съедобная. Вот дочка придет, пусть погреет, поест. Не знаю, как другие пиццы, там еще были с ветчиной, с беконом. И маргарита. Но я думаю, что они тоже, наверное, вкусные. Так что можно покупать.